сегодняшнем эпизоде Inscription я получаю новую редчайшую карту. Есть, 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 есть! Но ради нее мне придется заплатить страшную цену. Глаз! А еще у меня выросло. Хотя пися вырастет. Со временем. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Inscription. И мы кладем карту на стол, которая называется «Продолжить». Мне все интересно, что же там будет, когда это произойдет, вот эта и карта «Новая игра» откроется, и что это будет означать. Ведь заметили, что мы саму игру начали, и правда, как будто бы мы ее продолжаем. Судя по всему, здесь показан некий бесконечный круг, что искатели приключений все приходят и приходят в эту избу и погибают раз за разом. И мы не то чтобы какой-то один протагонист, мы лишь наблюдатели процесса. Итак, стоп, стоп. Что значит вот это, я не помню, давайте сюда сходим. Ага. Кровь. Две крови. Кость. Две крови. Прискорбный крысиный король. Когда их гнездо усопнет, ты получишь 4 кости. Окей, хорошо. Хорошая карта, наверное. Так вот, у меня очень мало в колоде карт, которые требуют костей, а костей очень много дают. Места нет. В смысле? Но! Окей, нам карту снова дали. Вьючная крыса всегда полезна. Окей, хорошо, теперь у нас что-то там с оленями, по-моему, да? Угу. Ну что, начинаем? Что у нас там? Он хочет велорогом опять пойти. Велорог, велорог, следующий ход. У нас есть жаба, крысиный король, который требует 2 жертвы. Так, давайте пока сохраним белку. Воспользуемся просто... Хотя, погодите, а мы можем просто не ходить и сразу потом... Хотя у нас, в принципе, из атакующих есть только... А не, у нас дофига что есть из атакующих. Ладно, давайте подождем. Просто сделаем дзинг. 2 удара он нанес. Фигня. Опа. Что это значит? Я забыл, что это значит. Ладно, не суть. Теперь мы ставим сразу 2 карты. Хоп. Хоп. И... Жаба всего 1, но вот это вот, вот это вот. Давайте вьючную крысу поставим. Вот сюда. Не-не-не, пока не нужно, спасибо. Ну, блин, гребаный ствол. Так, и он перемещается снова. А-а-а, что-то не то я делаю опять. Опять Евгений забыл, как играть. Ай, черт! У меня просто спазм был пальцев, я случайно нажал. 2 раза просто тык-тык-тык-тык. Я не это хотел сделать. Вот зачем я сюда поставил? Надо же сюда было ставить, боже мой. Ой, как плохо, ребят. Ой, как плохо. Да, он сейчас пойдет в эту сторону теперь. Черт меня дери. Так. Сдаюсь. Да почему продолжает сдаваться? Потому что я выиграю, естественно. Тут понятное дело. Блин. Такое ощущение, как будто я до сих пор вот никак не контролирую игру. У меня шкурки, будь здоров. Как будто бы, знаете, это имитация игры. Типа, я играю во что-то, я что-то делаю, а потом... А он на самом деле меня куда-то ведет. К чему-то. Да, бери. А, спасибо. Больше ничего не могу. Все мои зубы. Благодарствую. Что ты благодарствуешь? Ты этим благодарствую? Ты мне на халяву отдал шкурку. Так, есть у нас вот интересное место. Ты подошла к старой резчице по дереву. Она пристально на тебя смотрела. После затянувшейся паузы она начала раскладывать свои фигурки. Окей, оу. Итак, кто у нас? У нас муравьи. Давайте муравьи. Седая женщина молча собрала свои поделки и ушла. Муравьи и белки получат классные потом, однажды, если найду еще тельца. Да, тельца нужно будет присоединить, по-моему. Или нет, или да, или клоп-вонючка, да что с тобой? Они приобретают свой облик, вот горностай. У нас нет костей. Но есть одна белка. Так, кто это? Велорог пойдет вот сюда. Давайте ставим.
Вот сюда горностая. Ага. Так, а кроличью шкурку... Следующий удар-то будет вот сюда, получается. Правильно? Правильно, потом кладем сюда. Бьем. Бам. Ой. Он сейчас пойдет, да, в сторону. И теперь будет удар как раз-таки. Так. Сколько у нас костей? Сейчас будет еще одна кость. Ставим. А, нельзя пока. Ну ладно. Идем. Бам! Вот, теперь можно будет. Окей, значит, берем белку. А надо было брать не белку, а карту, мне кажется. Но не суть. Так, олень тоже будет ходить. Давайте сюда поставим. Белку потом. Хорош. Ой. Эх ты! Всегда комментирует. А что она говорит? Шикарно! Давайте возьмем карту. Волк! Прекрасная, прекрасная штука. Я не хочу тратить эту белку. Надо припасти ее, я думаю. Так, что у нас будет сейчас? Удар сюда, удар сюда. Ждем. Бам-бам. Больно! Так-так-так-так-так. Продолжаем. Удар. Точнее, удар, удар, белка. Раз, два. Все, мы взяли. Так, сейчас он ударит 0. Он вообще не будет бить по мне. Что за прикол? Почему 0? Ладно. Раз 0, так 0. Бам-бам-бам. Неплохо. В целом, я могу попробовать просто посмотреть, что здесь будет. У нас тут жаба. Бам-бам-бам. Ну все, победа. Спасибо большое. Так, это что-то новенькое, по-моему, такого еще у нас не было. Ты набрела на маленькую лавочку, у которой стояла загадочная женщина. Это была та самая лавочница, о которой говорил охотник. Тебя смущала ее внешность, но внимание быстро переключилось на товары. Ты не против, если я осмотрю твои шкурки? О, да пожалуйста, бери любую шкурку и осматривай. Начнем с заячьих. Вот что я могу за них предложить. Я могу дать тебе кого-нибудь из них. Не спеши, подумай. Вы замечаете, что каждый раз меняются, точнее, добавляются какие-то новые фишки, о которых мы не знали. То есть путешествие, оно всегда приносит какие-то сюрпризы. Мы вообще особо не можем ни на что рассчитывать, так как мы не знаем, на что мы наткнемся. Итак. За шкурку может предложить все, что угодно. Гриф, индейка... Собака, гремучник. Мне нравится вот эта штука. Возможно, вырастет во что-то. Вообще, что это такое? А, ну это мы знаем, что это будет. Давайте вот это возьмем. Мне просто интересно. Из яйца что-то клевое вылупляется обычно. Эти шкурки потрясающие. Большое спасибо. Угу. Давайте вот сюда. Что-нибудь загребем себе. Итак. Я не разрешаю тебе брать новые предметы. А! Вместо них возьми это. Снова вьючная крыса. А, понял. Пока у нас вот это все есть, мы ничего больше нового не возьмем. И у нас просто будет появляться вьючная крыса. Сколько у нас уже этих вьючных... Волк! О, мега-супер-волк. Ну и вообще, волки позорны. Прям с порога. Приветствую. Опять же, мы даже не решаем, какие карты нам попадутся. Тут вообще все, абсолютно все подстроено. Я... Как можно играть в заведомо проигрышной ситуации? То есть, это же все против меня. Или за меня. Меня в любом случае ведут куда-то. Я пешка, марионетка. Кто у нас там будет? Волчонок. Он будет идти только прямо? Ага. Но мы можем его... Чем мы его можем-то... Кстати, что дает вонючка? Карта с этим символом отнимает у существа напротив одну единицу силы. Хорош! Это прикольно. Так, но мы ничего особо не можем сделать, кроме как пойти горностаем сейчас. Давай, горностай. Выставлю тебя против волка. Не дай мне умереть! Ну это ты уже, знаешь, сам решай. От тебя все зависит. Я вообще не играю в эту игру. О, за ним папа-волк! Блин.
Давайте возьмем. Кстати, он летает, он прям по мне будет бить, черт. Давайте подумаем. Значит, смотрите, у нас есть это. Ага. В целом, мы пока ничего даже не можем сделать. Хорошо, ждем. Удар есть. Ой, аккуратней, горностаюшка мой дорогой. Кстати, сейчас все это удары по мне идут. Абсолютно все удары идут по мне. Мне нечем отражать. Я даже давайте возьмем что-нибудь. Вдруг... Да, жаба. Жаба, 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 жаба. Очень хорошо. Нельзя давать горностаю умереть. Но как только... Блин, тут сейчас прикол в том, что если... Прикол вот в чем. Если сейчас он убьет, он мимо горностая это пойдет. Реально мимо горностая. Придется его им пожертвовать, я думаю. Давайте жабу сюда оставим. Ты что, серьезно? Извини. Мне кажется, это правильно. Я не уверен, но посмотрим. И вот ты. Что там будешь делать? Удачный выбор, спасибо. Что еще можно? Все, пока больше ничего не можешь сделать. Бам-бам-бам. Так, она отразит, пожертвует собой. Окей. Давайте возьмем еще одну белку. Попытаемся нанести сокрушительный удар волку. Давай, давай. Крысиный король. Бей. Хорош. Так, ну нужно, конечно же, взять обязательно карту. Я сдаюсь. Потому что яйцо ворона, да, зассал. Ладно, мы еще его применим, я уверен. Ну что? Тут, в принципе, я подумал и что-то смог решить. Давайте сходим сюда, выберем породу. Кто мы такие? Крокодильчики. Олени всегда олени. Апофеозная коза. Щедрое подношение. Пожертвуй ею и получишь 3 капли крови. Хорошо. Кажется, теперь я наконец-таки понял, как это работает, коза. Нам нужно просто на нее применять карту, у которой 3. Ты подошла к старой рещице по дереву, она пристально на тебя смотрела. После затянувшейся паузы нам начала раскладывать свои фигурки. Итак, 3 крови. Мы возьмем вот это. И теперь... давайте все наши грызуны получат 3... Что это значит? Достойная жертва. Когда карта с этим символом приносится в жертву, вы получаете 3 капли крови вместо одной. Это, кстати, это очень хорошо. Отлично, мы берем. Речь исчезла из виду, не проронив ни слова. Молчаливая сделка, очень хорошо. Я не люблю вот этих продавцы-консультанты. Кстати говоря, сейчас у нас будет сражение. Возможно, я очень надеюсь, что это будет победой, наконец-таки. Дым. Окей. Деревья окружили тебя неприступной стеной. Единственный способ выбраться отсюда — это идти вперед. На пути стоял хромой мужчина. В этой твоей черепушке есть золото? Давай-ка я ее раскрою и сам погляжу. О, боже мой. Белка. Босс, значит. А ты жив, а я помню, тебе в жертву приносил. А ты помнишь? Все помнят. Так, крысиный король. Кстати, что это такое костяной король? Когда карта с этим символом погибает, вы получаете 4... А, да, точно, вспомнил. Так, что же мы будем делать? Что же мы будем делать? Что он там вообще планирует? Койот и мул. Да, мул, который пойдет вот сюда. Надо грохнуть будет койота этого сразу. Давайте, ладно. Во-первых, дым поставим. Вот... Вот сюда, да? И хочу крысиного короля. Раз. Очень круто. Очень круто, что теперь белка дает аж 3 крови. Это специально, опять же, это специально нам подсунули. Я уверен, ты карточник играешься со мной. Ты что-то, другую какую-то цель преследуешь. Ладно. Слушайте, а может еще яйцо ворона бахнуть? Возьмем белку дополнительно? Возьмем. У нас, в принципе, каждый бой... Погоди, у нас теперь каждый ход будет белка, которая будет давать по 3 крови. Нам вообще можно не париться. Мы просто затащили эту катку, походу. Давай, ворон. Бам! Так, раз. Убили короля моего. Так.
Что будем делать? Что будем делать? Давайте возьмем эту белку. Да. Значит, мы белку кладем. Мы горностая ставим. Сюда не стоило. Да блин, а мне больше некуда. Хорошо. Крот. Блин. Так, возьмем карту. Черная коза, мать твою! Вообще не в кассу. Ладно. Блин. Давай, бей! Есть! Победа, 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 победа! В этих картишках золото! О, я и забыл, что он потом все... Блин, он все грохнет! Вот с этим. С этим очень сложно. Так, давайте, пока мы не можем ставить... Золото, я добыл золото! О, блин, собака. Так. Надо набирать карты. Вьючная крыса. Набираем карты и пропускаем ход. За ними! Окей. Окей. Значит, что мы можем сделать? Черной козой пожертвовать. Оф. 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 Нам нужна еще карта. Давай что-нибудь классное. Херню, блин, взяли. Ладно. А, я пока не могу даже пойти. Ой, я не могу пойти. Ой, я и забыл про это. Нет, 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 нет. Я всосал! Все равно! Мне достанется больше золота. Да что ж такое? Слушай, это уже какой выпуск, и мы все пытаемся убить этого гребаного золотаря. Или как там? Не злотаря. Злотаря. Да, ты золотарь теперь будешь. Твоя карта смерти. Прекрасно. Да блин. Сколько она будет цена? Цена будет один. Хорошо. А силы будет... Ой, ну пусть будет вот это. Вообще пофигу. Я все равно эти карты не вижу. А теперь выбери карту, у которой мы позаимствуем символы. Символы будут расти. Все. Зовут карту... Ой. Карта. Все, все, все. Так, все, фото. Не дергайся. На этом все. Паньк! Так. Хорошо, не забываем, что он превращает все карты в золото. Но, в принципе, у меня выбора-то нет, я должен как-то сражаться. Ты упрямо идешь вперед, как старатель к золоту. Твоя колода. Спасибо. Изучи ее. Да вижу я. Да все, я изучил, да, спасибо. Так. Ой, нам долго идти. Ладно, давайте быстренько дойдем снова до старателя. Попробуем еще раз это сделать. Алчная сорока может подать любую карту из твоей колоды. Гадюка. Или гриф. Вот это хорошо, вот это хорошо. Хреново, кстати, у меня колода. У меня там раньше был и лось, и олень, и гризли. Ага, старая речица по дереву. Что нам дает? Все будет летать у нас. Все, давайте возьмем... А это что? Это вонючий. Вонючий мы не будем. Все грызуны у нас летающие. Ну, ладно. Класс. Все, прощай, старуха. Спасибо огромное. Даже не знаю. Давайте сюда пойдем. Пофигу. Посражаемся с кем-нибудь. Белка-летяга. Кто у нас там впереди? Вилорог. Он ударит сейчас... А погодите, это даже не... Он сюда выставится, ударит меня здесь и здесь, да? Что мы можем... сделать в таком случае. В таком случае... Блин, нам бы положить... Ладно, давай горностая. Сколько будет удар, кстати? Один всего. Один, раз, два. А здесь мы будем сразу уже бить. Да. Поэтому мы горностая кладем и бьем. Ладно. Бам! А надо было сюда ставить, а надо было сюда ставить. Вот теперь понял. Блин, я так плохо играю в такие игры. Мне нужно столько часов наигрывать в эти дурацкие игры. Так. Что мы можем? Блин, давайте волка поставим. Горностай, сорян. Бам. И бам. Ой, да. Так, он, короче, сейчас будет делать удар вот сюда. А мы, хоп, вот так вот сразу поставим.
Ага. Вроде бы классно я придумал. Бам-бам-бам. Так, что у нас еще есть? Сорока. Пока мы ничего, в принципе, не можем сделать. Волк. Нанеси сокрушительный удар. Молодец. Давай еще одну белку. Ну, в принципе, сейчас чувак уже будет сдаваться, я думаю. Сорока. Бам-бам. Ставим. Ты выберешь меня? Ну, хорошо, как скажешь. Салют! Блестяшка. Бам-бам-бам. Ну все, победа. Итак. Итак, мы продолжаем. Вот это, по-моему, тоже что-то новенькое. Звери вовсе нет. Выбери из числа соискателей, пришедших до тебя. Вот опять что-то новое. Пися. Реджинальд, вот этого я не создавал. Это вообще я не создавал его. Но мне нравится вф. Хотя пися вырастет. Со временем, да. Давайте ее. Большая пися будет у нас, хорошо. Большая и сильная. И крепкая, самое главное. О, нет. Теплый свет костра привлек твое внимание. Хорошо. Сила увеличится. Давайте подумаем, кого же мы... Выбери другое. И пися должна быть увеличена. Все, класс. А, стоп. Да, вот все. У тебя закрылась мысль. Почему бы не согреть существо? Ладно, все, хорошо, существо. Погреть писю у костра, спасибо. Испытать удачу или уйти? Испытать удачу! Есть! Удача на моей стороне. Какая удачливая пися. Нет, все, хватит, хватит, хватит. Заметив, как несколько людей вытирают слюни. Так, хорошо, это все просто я пропускаю, потому что мы это читали уже тысячу раз. Блин, у меня три теперь. Ну, посмотрим. Белка-летяга. Ага. И пися, увеличивающаяся со временем. Боже ж мой, ей нужно два. Ладно. Чуть позже, чуть позже. Я хочу сразу ее поставить. Давайте сделаем пропуск хода. Бам. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, берем. Ставим. Раз. Ставим. Два. Пися! Берем. И будем сейчас, короче... Так, ну нельзя. Если он по ней ударит, сразу убьет. Поэтому ставим ее в край. Вот сюда. И, наверное... Блин, стоит ли вот эту белку тратить? Я не помню. Там карту нам показывали. Что-то было. Ладно, давайте потратим карту. А, поставим горностая вот сюда. Не дай мне умереть. Да ты, блин, всегда оживаешь. Что ты паришь вообще? Вот. Ой, как больно, Альфа. 4. Берем карту с белкой. Ждем. Бам-бам-бам. Все, победа. Извините, сэр. Так, у нас еще будет рюкзак. Да, мы заберем эту белку. Я продаю только качественные товары. Спасибо, спасибо, спасибо. Он нам дал два зуба, и мы можем взять кроличью шкурку. Так, это забираем на халяву. Ой, я не купил. Черт. Я думал, надо сначала убрать, а потом взять. Черт, меня дери. Ладно, 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 все. Белка. Погодите, а что это такое? В этот ход все существа будут атаковать так, будто имеют символ... Блин, слушайте, а это даже лучше. Все, берем летунов. Еще можем даже взять что-то. Черная коза или булыжник. Черная коза, мне кажется, лучше. Лучше пусть те будет, кого можно использовать в атаке. Окей. А, нет, птица! Так, белка летающая. Хорошо, хорошо, хорошо. Пикта великая нас защищает. Будет воробей у нас. Воробьи. Надо обороняться против воробьев, да. Что у нас там здесь? Шкурка. Короче... Ставим жабу сюда. Этот воробей нам не опасен. Поэтому терпим. Все, отличный ход. Евгений, спасибо большое. Так, ну, что ты сделаешь? Ага. А, блин, я не заметил этот символ. Блин, какой я невнимательный. Хорошо. Хорошо. Знаете, что я думаю?
А, я думаю, давайте возьмем эту белку, во-первых. Во-вторых, поставим кроличью шкуру вот сюда. А сюда... А сюда ничего. Ждем. Бам! Получу. Блин, вот воробьиные войска на меня нападают. Вообще полный отстой. А, нет! Я не могу взять... Блин, я не могу жертву-то принести теперь. Гребаная шкура мешает. Ладно, ждем. У, нет. У, нет. Хорошо. Давайте возьмем карту, посмотрим, что здесь есть. Удачно взяла. Да, очень удачно, на самом деле. Так, мы теперь... Сколько нас бьет она? Она бьет всего один. Но это лучше, чем ничего. Ставим. Удачный выбор, спасибо. И здесь пора волка выпускать. Выпускаем волка. Так, это будет... Хоп. Здесь будет сейчас один, а здесь будет два. Ставим сюда. Волк. Пойт. Бам! Один пропуск, ничего страшного. Так, давай сначала возьмем карту. Снова я, да, блин? Ну, в целом. В целом, я терплю пока. Давай, оп! Потихонечку перевешиваем. Так, воробей. Опа! Сейчас один мой волк убьет. А потом я возьму вот эту карту. Поставим вот сюда. И поставим вот сюда. Удар. Ладно. Бам-бам-бам. Все, он сейчас сдастся. Пися! Я рад! Я рад, что я тебя нашел наконец-таки. Вот так. Вот так мы побеждаем. Оп-оп-оп. С писи в руке победили налегке, как говорится. Просто сделать выпуск сегодня. Шутки про ниже пояса. Волчонок. Я даже не уверен, что это такое. Вот у него леденец. Никто не знает, что это такое. Бобр! Трудолюбивый бобр, оказавшись на доске... Он ее грызет, видимо. Он возводит рядом с собой плотины. Хорошо. Блин. Давайте вот это будет оборонять нас. Ребят, вы понимаете, к чему все дело идет? Давайте, во-первых, вот сюда. Заберем какой-нибудь лут. А, черт. Вместо них возьми вот это. Вечная крыса. Иди ко мне, моя радость. Ребят, ну чё? Попробуем снова, блин! Первый раунд со старателем мы уже как-то хорошо справляемся с ним. Окей, давайте пропустим все это. Белка и дым. Легкий босс, укокошь мула! Короче, да, все, главное, чтобы мул был. Вот он придет сюда и потом походит. Тихо. Так, чем же мне ходить? Ладно, давайте поставим сначала горностая. Вот сюда. Сюда не стоило. Почему не стоило? Я не понимаю. Потому что он хочет, чтобы я бил мула, да? Наверное. А я-то... Мне-то пофигу. А, это потом даст. Блин, что-то вечно забываете дурацкие правила. Сюда можно поставить? Сюда поставлю. Я ничего не знаю. Бам! Эх ты, так. Так. Берем белку. Да. Ставим ее сюда. Коза ставится... Да? Я правильно вообще думаю? Ладно, ставим козу сюда. Волка ставим. Блин, надо было, конечно, сюда ставить. Блин, поставлю... А чё, не могу? А, нужно две жертвы. Господи, да. Поэтому давайте ставим только сюда. Ладно, разберемся. Хорошо. Наверное. Ау. Так, сначала надо взять что-то из колоды.
Может, мне надо было применить летающие эти... Летающие веер надо применить. Точняк, сейчас мы это сделаем. Так, у нас есть жаба, она атакует. Но, может быть, что-то есть интересное здесь. Тебе повезло. Нет, я хотел другую карту, я хотел писю. Ну, погоди. Я же могу тебя поставить. Да. Шикарно. А могу тебя поставить? Да. Ставь. Войт. Ну, в принципе, я с голыми руками теперь. Раз, два, три. Хорошо, хорошо. Так, ну с этим прям вообще легко. Сейчас, конечно же, превратит нас всех в золото. Класс. Прощайте, товарищи. Прощайте, прощайте. У нас еще нужно... Что-то делать теперь. Стоп. Да, пришло время. Все. Ой! Ой! Евгений опять затупил. Я не знал, что он... Блин, он... Я думал, на весь раунд... А это карты, которые достали, должны быть. Я думал, эти тоже будут. Вот тут шкура. Все равно ничего особенного. Я думал, все карты. Вот я что думал. Просто шкуру взял. Говно. За ними. Блин, ну опять. Ну опять. Ну что-нибудь. Ну я... Ё-моё. Так, давайте пока обороняться. Это что такое? Что дает, я забыл. Особый кинжал. Пользователю... значит, используйте, чтобы положить кое-что на весы. Боль будет кратковременной. Хорошо, это мы воспользуемся. Блин, сейчас он... Чё там у нас? Только белку и могу поставить пока что. Да, вот сюда. О, май гад. Ждем. Значит... Блин, ну это так будет бесконечно, на самом деле. Если я буду сейчас постоянно ставить сюда белки... То... Пока что собака делает? Когда существо противника встает напротив пустой ячейки, карта с этим символом занимает эту ячейку. Чего? Когда существо противника встает напротив пустой ячейки, вот здесь, карта с этим символом занимает эту ячейку. И что это значит? Я ничего не понимаю, если честно. Короче, ставим сюда белку, охраняем пока нас. Блин, там еще и волк. Слушайте, это будет это бесполезная какая-то история. Я опять просираюсь. Я чувствую себя такой беспомощным сейчас. Прям не поверите. Так. Давайте отрежем себе что-нибудь. Палец, что ли? Или ухо? Глаз! Я вырезал себе глаз. Охренеть можно. Я же ничего не вижу. Так, ну все. Мне хана. Мне опять хана. Что это? О, блин, так хорошо было бы с тобой сейчас посражаться. Блин. Ну все. Ну все. Да я не понимаю, как играть в эту, блин, игру. У меня всегда какие-то сраные карты. Мне достанется больше золота. Я вечно, это что, постоянно по кругу вот этот старатель? Тут будут какие-то новые враги, я не понимаю. Чего глаза лишился? Почему глаз? Можно было же ухо. Так, сколько будет стоить? Неважно. Пусть будет столько. Силу и здоровье. Вот, говно, не карта будет. Вот тебе, понятно? Блин, а какие будут плотины? Вот, плотины будет строить. Фу. Потомок бобра. Хорошо, теперь портрет. Знаете, сколько я этих каток уже сделал? Вы не представляете, сколько карт я после себя оставил. Я не могу пройти старателя.
Станешь очередной жертвой киргизстарателя или сможешь его одолеть? Твоя колода. Да, хорошо, прекрасная колода. Блин, при этом, при всем, игра мне очень нравится, она пипец какая увлекательная. И так хочется победить. Вот это что значит? Ворон, белка, ворон, белка. Я вообще не понимаю, что это означает. Почему там все это меняется? Так, давайте возьмем карту. Вот этот лось, ну красава. Давайте возьмем кольцевого червя, попробуем. Мы ни разу его не пробовали. Итак, рещица по дереву. Давайте посмотрим, что нам даст она. Ага, муравейник она нам даст. Белки, оставляющие после себя муравья. Прекрасно. Сейчас проверим, как это будет работать. Итак. Ага. Тебе повезло. Окей. Значит, против нас Вилорог, он пойдет вправо. Но ходит, типа, у него одна пока. Так, ладно, неважно, ставим сюда. Опа, вот и муравей. Вот так ставим. Сразу. Это очень прикольно, кстати, что у нас такая фигня есть. Так, он пойдет вот сюда, ударит сюда и сюда. Поэтому... И потом пойдет в эту сторону. Поэтому давайте пока, не знаю, вот сюда поставим. Что мы еще пока... Что мы еще можем сделать? Пока ничего больше не можем сделать. Раз. Так. Возьмем. Белка. Ставим. Муравей. Два. О-о-о. Кстати, вот это интересно. Вот это уже интересно. Мне нравится этот расклад. Даже можем еще Ванечку поставить. Мне очень нравится этот расклад. Мне очень нравится этот расклад. Слушайте. Вот этим мы и с вами и будем играть сегодня. Возможно... Так, мы наткнулись на того, кто шкурками торгует. Зубы дает он мне. Так, посмотри, у нас... Сколько зубов? 5. 5 зубов. Берем волчью шкуру. Спасибо за покупку. Ага. Так, жертвенник, жертвенник, жертвенник. Еще мы можем жертвенность какую-то... Или усилим. Давайте усилим. В этот раз не будем удачу пытать. Нет, будем. Нет, будем. Нет, будем. Обязательно будем. Хотя у меня такая хорошая... Блин, плюс два. Так, кого же мы можем? Так, выбери другое. Выбери другое. Мы можем сейчас волка нашего как следует прокачать. Или же червя. Давайте червя. Все. Нет, не будем рисковать, не будем рисковать. Я хочу пройти дальше. Просто очень интересно, что дает червь. Мне кажется, он такие сюрпризы нам будет выкатывать. Итак, значит, смотрим. У нас есть кроличья шкура, червь. Пока не будем использовать червя. Так, ставим белку и кладем муравья. Вот сюда. Да. Действуем. Хорошо, удар получился. Белка. Ставим сюда. Рабочий муравей. Я могу сейчас только, походу, муравьями затащить. Да. Раз, два. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Сейчас все будет хорошо, не волнуйся. Блин, походу, это очень крутой расклад сейчас будет. Боже мой, боже мой, боже мой. Вот это жесть. Вот это зубов мы заработали. Полная чаша. Так, хорошо, теперь карты у нас с каплями. Я забыл, что означает этот символ. А, мы просто заберем... Костяное, может быть, возьмем.
Альфа! Прекрасно. Он будет давать мне этот бонус, короче, буст будет давать моим муравьям, я так понимаю. Муравьиный король. Так, рещица по дереву пришла. Чё даст, чё даст, чё даст? У нас, получается, уже есть один тотем вот такой. Мы можем... Не знаю. Давайте, ладно, возьмем вот это. Что мы сейчас должны сделать? Ставим сюда. Нет, все правильно. Все как и было. Спасибо. Чуть не просрал. Фух. Все хорошо, все хорошо. У нас продолжаются белки-муравьи. Как мы только не экспериментируем над белками в нашей лаборатории. Так, что у нас здесь? Горностай и жаба. Сидите, ребят, спокойно. Все будет хорошо. Так, ставим. Так, он будет сюда бить. Вот так и вот так. Поэтому сразу вот сюда ставим. Хорошо. Входим. Удар. Угу. Не-не-не-не-не. Берем белку. А зачем вот этот крот? Он просто что, типа оборонять будет, да? Ладно, неважно. Так, сейчас, значит, он будет сюда и сюда бить. Хорошо. Входим. Ничего, все будет хорошо. Продолжаем. Ага, олененок, который, кстати, будет расти со временем. Это тоже надо иметь в виду. Бьем. Вот. Ничего. Блин, кажется, муравьи затащат сейчас. Надеюсь, по крайней мере. Я очень рассчитываю на них в битве со старателем. Тем более, у меня вот еще есть белка. Можно будет сразу кучу муравьев поставить. Так, я победил, заработал уйму, просто уйму себе зубов. Не знаю, что с ними и делать теперь. Так, волк, грифон, койот. Грифон давайте. Гриф-индейка вообще-то. Это не так пафосно звучит. Так. Усилим? Усилим кого-нибудь. Тлеющий костер. А, погодите, а что это? Это какой-то новый символ. Только не это. Выбирай с умом. Волк, жаба, кольцевой червь. Давайте кольцевой червь это будет. Держи его у костра. Так, нет, все, я не буду больше рисковать. Забираем. Теперь просто у него еще один удар, получается, у него получился. Ладно. Дым. И как обычно. Ой, я надеюсь, это сработает. Ой, надеюсь, что эта комбинация наконец-таки сработает. Хорошо. Так. Ставим. Что? Пожалуй... Вот сюда поставим, наверное, да? Да. Нет, пока не будем ставить. Ходим. Удар. Есть. Убивает, сволочь. Так, у меня есть проблема. Есть проблема. Нужно будет сразу вторую белку, мне кажется, использовать. Да. Выбора нет, придется использовать эту чертову белку два раза. Муравей раз, ставим сюда. Муравей два, ставим сюда. Вот. Окей. Фух. Играем. Кстати, сколько у меня уже их?
Раз, два, три, четыре, пять всего. Чуть-чуть, и я смогу грифоном воспользоваться. Кстати говоря. Ау. Ух ты. Ух ты! Ух ты! Хорошо, забили. Забили его. Так, сейчас превратит их в золото всех. И у нас есть возможность сыграть грифоном. Окей. Берем белку. Сколько у нас белок? Прекрасно, у нас две белки. Сейчас мы двух муравьев поставим. Одного грифона можем поставить. Ну давай. Хорошо, сейчас собака... За ними. Так, так. Есть. Еще одну белку берем. Погодите, давайте подумаем. Сейчас подумаем чуть-чуть. Кого мы можем выпустить? Мы можем выпустить волка. А муравьев потом поставим. Раз. Два. Теперь мы... Да, мы выпускаем. Точно. Точно? Точно. Пока что точно. Выпускаем. Раз, два. Волка против волка. И грифона против пса. Так. Пока что это все. Пока что все, что мы можем. Хана волку. Ждем. Блин, у нас целая куча муравьев. Но мы ждем. Блин, как много зубов. Подожди. Мы выиграли! Мы выиграли! О, господи, да! Есть! Есть, 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 есть! Наконец-таки! Ах, это самая лучшая комбинация в мире, которая только может быть. Это белка с муравьями внутри. Позволь мне зажечь твои свечи. Уж спасибо. Ох, что это? Ну ладно. Можешь выбрать редкую карту. О, что же там, что же там? Святой бог богомолов. Идеальное воплощение ужаса. Ну-ка, что значит вот это вот? Разветвленный удар. Карта с этим символом атакует ячейки перед собой и по диагонали. Ух, нифига. Хорошо. Непоколебимый бездомный крот. Самая надежная защита. А, он получается, да. Во-первых, он очень сильный, долго будет защищать по всем пустым ячейкам. И вьючная крыса, ну это фигня. Так. Мне нравится защита. Давайте вот ее воспользуемся ею. После напряженной схватки со старателем... Не говорите. Ты взял себя в руки и продолжил идти дальше. Дай-ка взглянуть. Ох ты! Воздух пропитался влагой. Звук твоих шагов заглушали жужжание и шуршание насекомых. Перед тобой открылся болотистый край. Я уже был ведь в нем. Но я сдох, да? Погодите, я уже побеждал старателя? Или нет? Тем не менее, короче, не суть. Не суть. Самое важное, что мы победили, наконец-таки. А значит, можем гордо идти дальше. Раскрыв грудь, вот так. Раскрыли грудь и пошли вперед. Отправляйтесь вместе со мной, поставьте лайк этому видосу и подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать все новые выпуски. С вами был Юджин, и всем пять!